Так, у нас здесь скорость. Я сейчас сюда наступлю. Ёпта! Подождите. Ну-ка. О, капец, смотрите! Всем привет, с вами Лев, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт, и сегодня я поиграю в эффект Run, да. В принципе, я не знаю, что это за мини-режим, но примерно догадываюсь. То есть это, я не знаю, я буду бегать с эффектами, может быть, паркурить, не знаю, да. Первый раз пробую это записывать. Если что, это карта с разными мини-режимами. Здесь есть всякие паркуры, лабиринты и так далее, да. Могу сейчас показать, в принципе, вот на какую кнопочку, вот на эту, да. Вот, видите, вот это лобби, да, в котором вы спавнитесь, да, первый раз. Ну и здесь можно выбрать любой, да. Я сегодня поиграю в эффект Run, да, посмотрим, что это такое, да. Ну и, в принципе, вот, нажимаю сразу старт, в принципе, вот правила. Вот, всякие правила, они на английском, поэтому, ну, как бы, почитать не смогу. Окей, первый уровень, Jump Boost, да. Хорошо. Чё, пока что хочу сказать, опять же, про видео, то, что... О, я, смотрите, прыгаю через два. Могу запрыгнуть? Да, кстати, могу, по-моему. Чё хочу сказать про видео, ребят, правда, извиняюсь, то, что так получается. А, тут надо паркурить. То есть, видите, если я сюда за синюю линию, то я телепортируюсь назад. Да, если за синюю линию, наступая на пол. Окей, это очень круто. Первый раз такое, в такие карты играю. В такой уровень, так сказать, да, то есть поэтому для меня это все очень достаточно новое, да, но я на прикольном. Так, это замедление, второй уровень, но я так понимаю, то, что после у нас никаких эффектов нету и надо... А, нет, смотрите, замедление 2, все понятно, я думал то, что они с самого начала даются, если что, не знал, не знал. Опа, о, я же наступил на блок, интересно. Теперь замедление сразу дается, к сожалению. Хотя это не сильно мне поможет. Вот сюда реально сложно запрыгнуть. Опа! О! Ну не, не сложно. Как оказалось. Так, у нас здесь скорость. Я сейчас сюда наступлю. Ёпта! Подождите. Ну-ка. О, капец, смотрите! О! Офигеть! А я за зеленой линией. Интересно. Реально прикольно, смотрите, можно медленно, но я, естественно, медленно я не буду делать, потому что это неинтересно. Ба-ба-ба-ба-ба-ба! Смотрите, как я бегаю быстро, офигеть! Оп-оп-оп! Ой, замедлился, ничего страшного. Здесь я могу ходить, я просто правее. Да, могу. А то я немножко боялся. Это, я так понимаю, быстрая спешка у нас. А, нет, то что-то опять, нифига себе. Вот это уже жестко. Так, поэтому надо походить как можно быстрее, потому что. Потому что, видите, она уже не пропадет. И это есть такой минус. Ну, конечно, это честно, я понимаю, да. Если ты, конечно, с первого раза пройдешь, тогда тебе будет маленькое преимущество, потому что тошнота не вся успеет появиться. Фу, блин, капец. Опа! Ой, ёпта! А я, кстати, смог прыгнуть. Вы видели, да? А, то есть не за линию, на этот блок еще можно вставать, а вот на эти нельзя, я понял. Блин, реально я ничего не понимаю. Опа! Блин, нет, я не смог. Блин, реально интересная карта. Тут уровней, наверное, 10-5 где-то будет. Потому что здесь ни большое ничего не будет. Все! На, серьезно, ты не верил! Вы что, смеетесь, что ли? Да ладно, это что, реально все? 4 уровня, вы могли хотя бы 5 добавить. Кстати, смотрите, какие цвета прикольные. Побег можем устроить, но я думаю, то, что знаете, что надо сделать? Я думаю, надо паркурить, потому что это самое нелюбимое мое дело. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Ну, не самое нелюбимое, но в любом случае... Так, 8 что? 8, я так понимаю, это дистанция, что ли, чанков, но я не буду больше делать, ну нафиг. Я больше делать не буду, спасибо. Так, кстати, немножко подлагивает, за это извиняюсь. Я думаю, что это не сильно будет чувствоваться. Так, ну ладно. Паркурим. Оп-оп. Так, FPS. Вот, сейчас нормально FPS более-менее. Так, окей, паркур. Паркур, прикольно. Ой-ой. Вы что, издеваетесь? Слепота, смотрите. А если сюда прыгну? А, из-за слепоты я еще почему-то очень медленный. Где я нахожусь? Ух ты. Так, я прыжок. Автопрыжок убил. Может, перестанешь гореть? Опа! А я из-за слепоты не могу быстро бегать. Это нечестно. Я как по-вашему должен прыгать? Опа. Но это уже баг, ребят. Подождите. Я, конечно, извиняюсь за то, что я делаю.
Итак, ребята, в принципе, сейчас пришлось зайти в креатив, забрать ведро молока, чтобы вот здесь пропрыгать, потому что, сами понимаете, то, что вы видите, я быстро бегать не могу, то есть я не могу ускориться. И слепота, я не знаю, почему такой эффект дает, то ли это баг, то ли что. Я сейчас еще раз попробую выпить. Так, о, видите, сейчас могу бегать. Так, ладно, это нечестно. Я здесь, если что, спавпоинт поставил. А, вот сейчас, кстати, почему-то починилось. Здесь, видите, не дали слепоту. А, ну и потому что... Так, окей. Опа, я понял. Так, тихо. Так, сейчас мы узнаем. Ага, вижу блок. Опа. Ну здесь, да, здесь так и надо было. Блин, опа. Блин, я испугался. Фух, прошло, слава богу. Ведро я уберу. Стоян то, что читернул немножко. Потому что, как бы, у меня в том уровне, где надо сильно прыгать. Это появилось, и это реально, ну, неправильно, да. Кролики бегают. Ух ты, это что? Это тут блоки, типа? Да? Логично, логично. Опа. Так, осторожно. Опа. Чуть не упал. Ну, что я могу сказать? Я сейчас буду реально возвращаться к видео, то есть... Конечно, ладно, я уже, наверное, год вам все это обещаю, то есть иногда реально я начинаю чаще записывать ролики, иногда нет. Но, блин, реально, мне надоело уже обещать вам что-то, потому что обещания, в принципе, ничего не стоят. Надо действовать, надо делать, и как бы да. Так, это все, ну окей. Даже радует то, что здесь можно записать какой-нибудь один или два мини-режима и на этом закончить видео. Я думаю, следующее видео я сделаю по мопоению. Не следующее, но вы поняли, да? То есть там в следующем году уже, в начале 2020 года, да? Где-то так. Окей. Мы прошли, ребят, паркур. Прошли, в принципе, как она называется, вот этот эффект ран, да? И, в принципе, если что, кстати, карта была на версии 1.14, версии 1.14.4, то есть 1.15 еще, наверное, карт нету, я, правда, не знаю, но, скорее всего, есть. Паркур, карта, я знаю, то, что с медом уже можно, в принципе, что-то там делать будет прикольное, да, с медовыми блоками. В принципе, я такие карты тоже буду проходить, но, естественно, хочется, чтобы был Optifine, потому что там, конечно, FPS будет явно больше, чем на этой версии, но, в любом случае, меня в любом случае подлагивает, комп у меня слабый, и, понятное дело, то, что, ну, вот, чтобы как-то записывать хотя бы в 50 FPS, ну, более-менее, да, в принципе, хочется, чтобы был Optifine, потому что без него в любом случае придется в 30 записывать. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оцените видео, надеюсь, это видео вам понравилось, и увидимся в следующем видео. Пока-пока! И увидимся прям в новых скоро видео, да, прям я уже готовлю новые видео, все, пока!